АвтоВАЗ вплотную занимается спортивными модификациями своей модели. На сегодняшний день существует Калина Спорт, Гранта Спорт и концепция Веста Спорт. Несмотря на критику, которая звучала в начале компании Лада Спорт, сейчас мы уже не можем представить себе модельный ряд Лада без спортивных модификаций. А будет ли разработана спортивная модификация X-Ray? Первые мысли о создании спортивной модификации этого авто появились еще в 2015 году, задолго до выпуска обычного X-Ray. Однако, в феврале 2016 года АвтоВАЗ сообщил, что проект X-Ray Sport запущен. По предварительным прикидкам, есть два варианта модификации мотора автомобиля. 1,4-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил и 1,8-литровый атмосферник, имеющий мощность также 145-150 лошадиных сил. Вероятнее всего, использование модели X-Ray Sport – второй вариант. Ранее X-Ray получил такой движок со стоковым значением мощности 122 лошадиные силы в сочетании с роботом автоматической коробки передач. Такое сочетание позволяло разгоняться до 100 км в час за 10,9 секунды. Сразу стало известно, что появится версия с механикой, которая будет на порядок динамичнее. Поэтому существует предположение, что X-Ray Sport получит связку механическая коробка передач плюс разогнанный вариант двигателя на 1,8 литра. Данное предположение было официально подтверждено в начале лета 2016 года на MMAC, где X-Ray Sport показали широкой публике. Скорее всего, новая модель получит оригинальные бамперы, накладки на пороги, спойлер на крыше багажника, спортивные сиденья с контрастной прострочкой, 18-дюймовые колеса, дисковые тормоза увеличенного размера, более жесткие амортизаторы и пружины DEMFI, а также руль с кожаной оплеткой и риской нулевого положения и другие мелкие новшества. Пока загадкой остаются многие моменты, связанные с Lada X-Ray Sport. Мощность, крутящий момент, динамические характеристики, клиренс. По предварительным данным, дата выхода будет в 2018 году, а цена составит 800 тысяч рублей. Видео было озвучено и смонтировано специально для канала Dacia Club md.ru.